Сегодня мы находимся на уникальной сыроварне, в которой есть собственная ферма, и пробуем их необычные сыры. Что, приступим? С удовольствием. Mm-hmm. Первый выдержанный в вине, второй у нас это с чабрецом. Чабрец сами заготавливаем, кстати, вот для этих сыров. Запах такой прям, да, сильный. Ага. Поскольку у нас высокогорье и эфирные масла очень насыщенные. Угу. Нам объяснили, что нужно вином сбивать особые рецепторы и испробовать следующего сыра. Угу. Причем вот при дегустации вин говорят сыр для того, чтобы перебить вкус вина, те же продукты, но по разным целям. Так, следующий. Третий у нас это коньячный уже, который обрабатывается с коньяком и с корицей. Сколько времени вы обрабатываете его коньяком? 6 месяцев минимум. То есть получается, да, ежедневно это в среднем 180 раз каждая головка. Не зря. Необычный вкус. Да, там алкоголь испаряется, и вот вкус корицы, ванили и дуб еще можно, нотки дуба почувствовать. Это ваш особый сыр для ресторанов или это обычный сыр в Армении? Нет, это один из наших, именно вот по нашим рецептам. Да, здесь сыры, которые готовятся, это все по собственным рецептам. И не все даже в рестораны идут, поскольку половина из них очень ограничена в количестве, и то можно попробовать только у нас в погребе. Четвертый у нас вот нарек полутвертый, 18 месяцев выдержки. Не может, чем особенность? Это наш вариант классического полутвертого сыра. Он обрабатывается соляным раствором и еще там немного плесени, который придает вот дополнительный особый вкус этому сыру. Очень красивый мини-стол, через вино с хозяином фирмы уникальной, и справа можете видеть их хранение. Запасы, так что можно приезжать большими группами, сыра всем хватит, ну попробуй что-то необычное, уникальное в Армении. Приезжайте в туры, посещайте новые страны.